Всем привет! Сейчас с местным егерем поедем в лес, покормим кабанов, косуль, подсыпем им зерна. Вот УАЗик стоит, прогревается. Егерь Валера вон там, где-то в ангаре. Ну что, вот УАЗик тарахтит, мотор заведен, работает. Сейчас отправляемся, пока еще не стемнело. Подъели тут они, да? Видишь, следов-то сколько, да? Третья, с четвертой справа. Ага, вон. Еще подбегает. Парочка, вон бегут. Они уже, видишь, на этой на вышке. Ага. Уже кормиться пора. Ждут уже. Да, видишь, когда им зерна успокоили. Подцепим. Пойдем брякать будем. Надо сено вот эти рулоны разгонять. Давайте. Сломаешь ручку. Понял. Эти веревки все. Осторожнее. Не отойди от топора. Как бывает, может из рук вырваться, может это соскочить что-то. Поэтому на будущее мышь забежала. Что, прямо тут раскатаем, да? Да. Разбивай его больше. Мышь бегает. Что, прямо сейчас бегает? Вот, да. Мышь выскочила из сена. То есть вот сено надо разбить, и тогда косули придут, что-нибудь тут поклюют, покушают. Ну, они будут на сене, все равно что-то выбирать будут. Ну надо солью обязательно, да? Без соли они не будут, не хотят. Сухое надо, чтобы влагу в себя впитывать. Тогда косулька есть. Ага. То есть сено становится как бы после, вот когда соль разбрасываешь, оно влажное становится, да? Да, оно влагу набирает. Как типа силос, что ли, да? Сочная, надо. Сочная. Она вот сухое сено, она его сколько топчет, вот и ест. Ага. Да. Соленая это. Влажная, да. Набирает влагу, да? Она же не ест ни снег, ни воду не пьет, сейчас нет воды. Она потребляет влагу только с пищей. Ну да. Если она начинает снег есть, она не живет пищеварение. Плохо ей от снега, да, становится? Она гибнет просто. Она встанет. Подойдет там, лежит от дома, пока он не наестся, не съест, он ее не даст кушать. А это зерно, это что, ячмень, да? Пшеница. Пшеница? Ты что, блин, деревня? Откуда ее? Ну, мы откуда? Люди не ученые. Пшеница, ячмень, нам все одно. Это натуральная деревня. Гречку от риса мы отличим.
Вот картошечки им. Да. Картошечка тоже лакомство. Вот кучки с пшеницей. И катают. Типа игрушки. Не привыкшие они, да. Это домашние, видите, наверное, да? Все из такого. Да. Ну вот с этих вышек охотиться можно, да, вот? Да. О, снегири где-то. Садись на это. И снимай. Ну они, да, сейчас косули-то придут. Кабаны оттуда приходили. Все, парни, поехали. Поехали дальше. Сёмка, Фомка, они даже по имени уже стали. Но не выбегает. Ну вот сейчас подсыпем. Я зашёл в машину Сёмку. Перебежали под мышку. Сёмка, Фомка. Сейчас вот они были здесь, потому что от нас убегали. Вот где-то тут. Ну раз следы были, так видимо, да? А чё они, от кого ещё убегать-то им? Сёма. Это же ведь не косули, кабанчики приходили, нет? Вот они ковырялись. Это вот мазут, да, вот тут? Я вчера мазут убил, да. Папа! Пап! А? Два кабанчика тут, Сёмка и Фомка, говорят. Сёмка и Фомка? Да. Они подбегают ко мне. Да ты чё? Ладно, позже. Позже они вот сейчас будут. Вот такая вот вышка для охоты. Ну что, будем надеяться, что придут кабанчики, Сёмка и Фомка, на такое зерно-то вкусное. Перед вечером посмотреть, да? Приехать они могут здесь быть, позвать. Где кабан? Вот кабан. Вот. У него круглый. Вот следы кабана, да? Да, а это косулька рядом. Вот это именно кабанчик, да? Это именно косулька. А, это косуля. А вот это вот кабанчик. Это может быть маленький кабанчик, а вот это вот. Это вот большенький, видишь, вот. Ага. А какие красоты были, похоже. Тут, да, и косули, и кабаны. Они острые такие, они не разъединяют. Прибыли? Все, прибыли? Да. Ну все, покормили кабанчиков. На сегодня все. Пока.